уезжает в Ватикан? Ой, Хосе, спроси у него сама. И еще спроси, почему у моей сестры поднялась температура? Ты уезжаешь? Да. Нет. Почему? Что почему? Это не ответ. Это единственное, что я могу сказать тебе сейчас. Ты только нашел свою сестру, и теперь ты хочешь уехать. Попить не хотите? Хосе, зачем ты пришел? Я не хочу с тобой разговаривать. Нам не о чем разговаривать. Нет, уходи. Хосе, пожалуйста, послушай меня. Отпусти меня. Ты пришел попрощаться со мной. Нет. Я пришел сказать тебе, что я не уеду. Как? Ничего, просто в разгар таких событий появляешься ты. И я пришел сказать тебе... что я слишком привык все время уходить. Со мной много чего происходит сейчас. Но я не уеду. На этот раз я не уеду. И я также хочу поблагодарить тебя за все, что ты мне сказала про Тити, потому что ты права, она нуждается во мне. И я тоже. Ты даже не представляешь, насколько. Не плачь. Привет, Бриза. Потому что я даже не хочу видеть вас. Вот почему. Потому что я даже не хочу видеть вас. Потому что вы меня подвели. Вы солгали мне. Что? Я думал, что бросил все из-за духовного кризиса, но это было не так. И как? Я видел вас. Я видел, как вы целовались с Томасом. Что? Да, я видел, как вы целовались с Томасом. Ну а если бы были? Вы во что ввязываетесь? Я тебя люблю. Вот почему. No, justamente lo estaba buscando, pero vuelvo más tarde, no importa. Pablo se fue del hogar. Bueno, por eso, vuelvo más tarde, en todo caso avísales. No querés entenderme. Pablo abandonó el hogar. ¿Cómo que lo abandonó? Dejó todo. Se fue. ¿Dónde estará? Jefe, ¿quiere que lo lleve a algún bar? ¿Escucha? No, está bien, sigamos dando vueltas. Quédese tranquilo que le voy a pagar. ¿Hola? Hola. Padre, ¿dónde está? Lo estuve buscando.
Sé que se fue del hogar. Sí, necesitaba alejarme de todo. Me parece bien. Así lo piensa mejor y vuelve a la iglesia. Ahora lo único que necesito es verte, José. No se puede. José, no me digas que no. Necesito verte, necesito hablarte. No hay nada que hablar. Ya hablamos demasiado, ¿no? Me parece que no es lo suficiente. ¿Ah, no? Mire lo que hizo, dejó el hogar. ¿No te das cuenta que no tiene sentido seguir huyendo el uno del otro? Yo no estoy huyendo, yo lo único que digo es que no podemos vernos porque está mal. Voy a estar esperándote cerca de la fábrica abandonada. No, ya le dije que... A las 5. Te espero. No te vayas. Ahora estamos solos. Vos y yo.